Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Александр Куприянов. Я работаю директором ТАСС по регионам. Оксана Силантьева попросила меня выступить в роли некого оценщика ваших мультимедийных работ. Я с удовольствием согласился. Я очень хотел найти какие-то идеи, технические идеи, идеи для тем. И отчасти что-то нашел. Об этом поговорим позже. Я хотел бы сказать несколько слов о том, с какими мерками, с какими требованиями внутренними я подходил к оценке работ, чтобы, может быть, была понятна логика того или иного решения, о котором мы поговорим тоже чуть позже. Я исходил из того, что вот мультимедийные жанры, особенно вот жанр лонгрида, который вот был представлен в этих работах, это очень трудоемкий жанр. Это жанр, который нельзя вот так прийти вечером, почесать в голове и сделать. Этот жанр своей трудоемкостью предъявляет требования к темам, к создателю, к техническому обеспечению. С моей точки зрения, нельзя сделать лонгрид на какую-то не стоящую, непонятную, неважную тему, на тему, которая не откликается вообще никак в сердцах, там, в головах, в думах. То есть это должна быть действительно в какой-то мере значащая тема. И по большому счету я вот все работы оценивал прежде всего вот в этом ключе. Я, забегая вперед, хочу сказать, что, к моему глубокому сожалению, некоторые работы, которые мне очень понравились, мне пришлось достаточно сильно заминусовать по формальным требованиям. Но об этом я тоже упомяну. Я их включу обязательно в этот обзор. Вот. И я просто хочу заранее попросить извинения за этот формализм. И хочу просто сказать, чтобы вот низкие оценки по формальным причинам в хороших работах, чтобы они не были поводом опустить руки или поводом начать сомневаться в своих творческих силах. Вот, примерно так. А теперь давайте посмотрим на работы. Я не хотел бы комментировать все работы. Не то чтобы есть работы недостойные, но мне кажется, что было бы гораздо правильнее сконцентрироваться на положительных примерах, на лучших практиках. Вот, если авторы работ, которые не попали в обзор, хотят услышать какие-то слова о своих работах, ну, в каком-то частном порядке обратитесь, обещаю, буду честным, не обещаю, что буду приятным.